Следственный комитет просит граждан помочь в розыске душегуба. Гражданина Таджикистана Усмана Насибова обвиняют в убийстве 20-летнего соотечественника. Он был любовником 40-летней гражданской жены Усмана. Ее тело нашли в лесу у Конно-Лахтинской дороги. Это в Юнталово. Сыщики обратили внимание, что над жертвой не надругались и не ограбили. Программа «Степень защиты» рассказывала, как петербуржец с собакой осенью 20-го наткнулся на тело, которое было закопано наполовину. Одной из версий загадочного убийства сразу стала ревность. Ведь в карманах погибшей сыщики нашли золотые украшения. Задержали Элёра Насибова, который вместе с братом расправился с его бывшей возлюбленной. Она уехала от него на другого мужчину, и он ревновал. В октябре 20-го женщину привезли в лес, ударили лопатой по голове, набросили веревку на шею, задушили. Когда нашли наполовину закопанное тело, у журналистов появилась версия, что убийство – часть какого-то ритуала. Но задержанный весной 21-го Элёр Насибов сказал, почему тело оставили в сидячем положении. Как пояснил Насибов Элёр, в связи с плохой почвой и в связи с тем, что в почве было очень много корней. Они полностью не смогли ее закопать. Она была связана? Только чей был связан. Причина жестокой расправы, ревности, страх, что бывшая пассия Усмана Насибова расскажет полиции об исчезновении молодого любовника. С ним поквитались за день до убийства в Юнталово. Молодого сангали заманили на стройку в Коломягах. Хотели было задушить, но приехал прораб. Тогда юношу бросили в багажник, где он пролежал несколько часов, в надежде на чудо и на спасение. Но не случилось. Когда со стройки все уехали, братья Усмана и Элёр Насибова задушили соотечественника, а тело бросили в яму неподалеку. Элёр Насибов получил 13 лет по статье убийства. Его брат Усман в международном розыске. У мужчины могут быть документы на имя Оскара Тухтаева. Если вы знаете, где сейчас находится вот этот человек, сообщите в полицию или Следственный комитет Санкт-Петербурга.